Весна в календаре местного конного спорта не только является открытием нового сезона, но и в принципе насыщенным временем года. Тут и городское первенство, и этап известного Кубка Максима, и многие другие состязания. На днях на базе клуба «Фаворит» всадники как раз и разыграли награды этих важных стартов. Для нашего региона это, конечно, еще только начало, потому что первые старты мы провели в апреле месяце, также на базе конноспортивного клуба «Фаворит». Дальше у нас прошла серия уже в Уссурийске, конноспортивный клуб «Грация», конноспортивный клуб «Ника», город «Находка». Сейчас мы опять возвращаемся сюда. Вот, то есть это соревнования, которые являются официальными, на которых спортсмены также могут выполнять квалификацию. Свои навыки ребята показывали в конкуре, одной из самых популярных и зрелищных дисциплин. В этот раз на маршруты выходили молодые всадники 11 лет и старше. Их задачей было преодоление череды препятствий с перекладинами высотой до 130 сантиметров. Для этого нужна смелость и четкость действий, поэтому здесь-то и помогает долгая и крепкая дружба со своей лошадью. У меня появился новый напарник, его зовут Бостон, и с ним мы продолжаем путь практически с нуля. В протяжении долгого времени я всячески пыталась его подкормить, потом я пыталась как-то жестами дать ему понять, что все-таки я не враг. А потом, когда у нас были с ним первые совместные старты, я поняла, что это именно та лошадь, с которой я хочу продолжать дальше. Но не всегда результат зависит только от взаимопонимания между человеком и животным. Первые активные старты после зимнего застоя всегда даются нелегко. От этого проявляются и ошибки у всадников, и неуверенность у лошадей. Зима у нас сложный промежуток времени, потому что грунт стоит, работа лошадей легкая. И с марта где-то у нас только начинается подготовка к соревнованиям. Сейчас как бы высоко пока не едем, потому что все-таки надо и лошадь сохранить, и всадника грамотно подвести. Сезон конного спорта в Приморье идет примерно с апреля по октябрь. За это время всадники со своими лошадьми успевают показать мастерство не только дома, но и на выездных состязаниях. К слову, ближайшим таким испытанием станет первенство края, которое пройдет в июне в Уссурийске. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом.